Делегация телеканала ТБН приняла участие в саммите Israel Alliance Foundation, который прошел в Будапеште. На саммите присутствовали законодатели из разных стран Европы. На конференции обсуждали будущее европейско-израильских отношений. Мероприятие посетили 12 тысяч участников. Игорь Никитин, президент телеканала ТБН, взял интервью у члена парламента Латвии. Перед тем, как у нас пленарное заседание в четвергах, с утра, полчаса до этого, там приходит священник из какой-то церкви, и церкви разные. В принципе, я уже интересовалась, какие там критерии. Единственный критерий, что он согласен прийти, он согласен помолиться вместе с нами, он согласен поделиться словом от Бога. И каждый четверг мы начинаем вот такой молитвой вместе со священником, и он тоже понял уже до того, что Бог хочет нам в это утро сказать. И после того, как депутаты уходят на пленарное заседание, там остаются люди, которые чувствуют в себе Божий дар или... они молятся. Они там остаются, и они молятся в то время, когда мы на пленарном заседании, и я тоже вижу в этом огромную ценность.